Привет всем, кто хочет знать о собаках все. Это программа «Удивительный мир собак». И сегодня мы с удовольствием приглашаем вас побродить вместе с нами среди участников ежегодного супершоу «Россия» Российской кинологической федерации. Посмотреть на собак и их владельцев, ощутить непередаваемую атмосферу большой собачьей тусовки и даже, может быть, увидеть происходящее на выставке так, как это видят сами собаки. Традиционно выставка «Россия» собирает огромное число участников и посетителей. У впервые попавшего сюда человека или собаки в буквальном смысле едет крыша. И это неудивительно. Вокруг тысячи собак всех известных на данный момент пород. Еще больше их владельцев и тех, кто просто пришел посмотреть шоу, причем нередко со своей собственной собакой. А еще многочисленные эксперты из разных стран мира, грумеры, хендлеры, стюарды, волонтеры приютов, разные фирмы и организации, представляющие на шоу свою продукцию, предназначенную для собак. И все это в одно время и в одном месте. В залах выставочного центра «Крокус Экспо», который на два дня превращается в настоящий собачий город. Забавно, что вся эта собачья тусовка постоянно перемещается в пространстве. От рингов, на которых опытные эксперты делают главное, ведут сравнения, выделяя лучших породных представителей, до главной сцены, на которой постоянно происходит что-то интересное. Так что люди с собаками постепенно в разных направлениях пересекают выставочные пространства, получая возможность и себя показать, и других посмотреть. Чтобы было потом, что вспомнить. Перемещаясь вместе с владельцем, собака нередко притормаживает, чтобы поздороваться со старым знакомым или родственником. Здесь спонтанно происходят новые знакомства, и пока владельцы и хендлеры разговаривают друг с другом, собаки также интенсивно общаются, используя как вербальные методы, так и красноречивый язык тела. Для владельца смысл участия в шоу очевиден. Получить высокую оценку от самых авторитетных экспертов на таком форуме в большой конкуренции – это и важно, и очень, очень приятно. Кроме того, эти милые люди встречают здесь множество знакомых, и, конечно, им есть о чем поговорить. Так что этот ежегодный праздник просто создан для тех, кто видит в собаке не только верного друга, но и считает собак важной частью своей жизни.
Но что такое эта выставка для тех участников, кто приходит в Крокус Экспо на четырех лапах? Практически то же самое. Прежде всего, общение. Но где еще собака может увидеть такое количество соплеменников, обнюхать их дружески и поделиться радостью жизни? Собаки весьма контактные существа. Для них общение не менее важно, чем для их владельцев, а может быть даже и более. Поэтому собаки, наверное, питаются впечатлениями с таких выставок еще много недель и жалеют о том, что подобные мероприятия проводятся слишком редко. Конечно, большинство собак видят друг друга, да и все события с низкой точки своего роста. Но и тут есть варианты. Представителям некоторых крупных пород для изменения ракурса достаточно просто встать на задние лапы, опираясь на хозяина. А маленькие собачки легко достигают того же, уютно размещаясь на руках своего владельца. Сверху лучше видно. Интересно, при таком обилии собак и людей совершенно отсутствуют конфликты между собаками, никакой грызни и стычек. Что это? Влияние позитивной атмосферы общего праздника? Красноречивый результат качественной дрессуры? Подавленность от обилия впечатлений? Все эти факторы, конечно, влияют, но самое главное, собаки чувствуют себя на России главными действующими лицами. Здесь они главные герои. И это внимание, интерес, любовь, которые люди адресуют собакам, создают общую ауру спокойствия, дружеского общения, отсутствия какой-либо агрессии. И как это не смешно звучит, какого-то всеобщего единства и понимания. Такой вот идеальный собачий мир. На России много не только собак, но и различной продукции для них. От еды и одежды до игрушек и аксессуаров. Наше внимание привлекла активность людей и собак возле стенда, на котором было все итальянское. От натуральных кормов супер-премиум класса до натуральной же итальянской косметики, пользующейся заслуженной известностью в широких собачьих кругах и прежде всего у грумеров. От их искусства на выставках действительно зависит очень многое. Приятно наблюдать очевидную гордость владельцев за своих питомцев.
И люди, и собаки охотно позируют, улыбаются, и видно, им нравится быть частью этого собачьего форума. Или фестиваля, если хотите. А ведь приготовить к нему выставочную собаку совсем непросто. Последние решающие штрихи грумеры или сами владельцы вносят прямо на шоу перед участием в рингах или конкурсах. И результаты убедительные. Столько красивых собак вы не увидите больше нигде. Итак, шоу «Собак Россия» – грандиозное событие в собачьем мире, праздник для любителей и самих собак, призы и награды, которые будут напоминать о произошедшем в течение всего года, до следующего шоу, которое, конечно, будет еще более масштабным и интересным. Спасибо участникам и организаторам за теплые эмоции. Надеемся, вам было интересно. И приходите увидеть это своими глазами. Мы вернемся в мир собак через неделю в воскресенье. Не пропустите следующий эфир. Удачи!